Отощавшего Александра Семчева погнали в шею. 50-летний актер кардинально сменил имидж, сбросив 100 килограммов. Александр Семчев стал выглядеть моложе своих лет, но из-за резких перемен во внешности у него возникли трудности с ролями в кино. Артиста с радостью принимают в театре, а вот приглашения на съемки в фильмах резко сократились. Из кино его в некотором смысле погнали в шею, поэтому теперь Александр Семчев вынужден участвовать в скандальных телешоу. Например, в одном из выпусков передачи «На самом деле» Первого канала он раскрыл подробности личной жизни. В эфире актер заявил, что отбил у сына возлюбленную, но за кадром рассказал, что это была постановка ради денег. Решиться же на кардинальные преображения звезду театра и кино заставили серьезные проблемы со здоровьем. Ведь у него артиста было много сопутствующих болезней, которые приводят к ожирению. В частности, сахарный диабет второго типа и ночное апноэ. Публикация фотографий из Инстаграм. Бывший врач Александра Семчева Рашид Аскерханов рассказал, что из-за проблем с лишним весом актер иногда он даже засыпал во время сцены спектакля. Также он поведал, что когда-то артист даже решился на бариатрическую операцию. Хирурги были готовы уменьшить желудок, чтобы Александр ел меньше. Но в последний момент Александр Семчев передумал, испугавшись, что не выдержит наркоза, передает Пятый канал. Теперь знаменитость тщательно следит за питанием. Он уменьшает порции при приеме пищи, пьет много воды для метаболизма. В его рационе – куриная грудка, рыба, сыры и овощи. Александр Семчев признался, что подсчитывает калории в специальной программе. Нужно однажды на себя рассердиться, никто кроме вас не поможет, никакие психологи. Но худеть нужно, худеть под наблюдением врача, грамотного специалиста. Цитирует актера телепрограмма «Про». При этом Александр Семчев признался, что такого врача не нашел. Напомним, что раньше актер весил больше 180 килограммов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Будет ли свадьба? Раскрыта подноготная Романа Барановской и солиста Иванушек. Не хватает романтики и секса. В «Глюкозе» нашли оправдание после слухов о разводе. Деградация. На Украине признали поражение после прихода Зеленского. Растет не по дням, а по часам. Собчак сообщила радостное известие. И многое другое.